Мы несем тяжелые потери! Здесь наш титан, типа авангард! Это беги! Рад видеть, капитан. Помощь очень кстати. Замечен титан класса авангард. Вступаю в бой. Подразделением атаковать бандита! Вооружение. Это может дать нам тактическое преимущество. Кажется, кто-то влюбился. Любовь в человеческом понимании невозможна без восторга, привязанности, преданности и уважения. Вывод: я влюблен на 50%. Пилот, снаряжение Тона позволит нам захватывать цели и выпускать самонаводящиеся ракеты. Это пригодится в бою. Ядро залпа готово. Ядро залпа. Титан врага уничтожен. Пилот, продвинуться дальше нам мешают ворота регулирования сока. Где-то неподалеку должен быть пульт управления ими. Дальше нам мешают ворота регулирования сока. Где-то неподалеку должен быть пульт управления ими. Нам нужна помощь. 12-14, замечен пилот, в бою!
гражданский пилот исчез. Опасных отходов. Автоматизированный полигон. Купол 1. Мешает ворота регулирования сока. Где-то неподалеку должен быть пульт управления ими. Здесь вражеский пилот, повторяю, в зоне вражеский пилот. Режим техобслуживания. Открытие ворот регулирования стока. Внимание! Обнаружены токсичные пары в главном зале. Закрывается предохранительный шлюз комнаты управления. Пилот, предохранительный шлюз задраен. Следует найти другой выход из комнаты управления. Нам придется разделиться. Понял. Буду искать выход. Ближайший выход, скорее всего, ведет вглубь очистного комплекса. Отслеживаю ваше местоположение. Рекомендую найти выход. Есть BT. Ты тоже смотри оба. Понял, пилот. Внимание! Говорит Кейни.
Друзья из АМСИ и ополчения, у нас возникло недопонимание. Но ничего страшного. Кто это был? Открывай досье. Кейн. Наемник, обычно связываемый с бандой «Высшие хищники». Известный наркоман и наркоторговец. На объекте. Если кто-то не в курсе, Кейн тут главный. Чувствуйте себя как дома, пока вас не убил. А ждать осталось недолго. На пути вашего следования им может потребоваться помощь. Капитан, у друг что-то движется! Осторожно! Это наш пилот! Капитан, у нас тут пилот ополчения! Не стрелять, он из РСП. Посмотрите на шлем. Рад видеть своего, сэр. Нашему отряду крепко досталось. Им срочно нужна обнаружена мертвая ячейка. Необходимо срочно ударить. Вижу цель, ставки!
И куда же я иду? Нам надо пройти через этот комплекс и встретиться с майором Андерсоном. Это наш единственный шанс выжить. Автоматизированный полигон «Купол-2». Авангард и пилот из РСП убивают бойцов из АМС. Кто бы ты ни был, неплохо. Очень неплохо. Фильтрация опасных отходов. Автоматизированный полигон «Купол-3». Пилот, соблюдайте осторожность. Это самоцель. Пилот, соблюдайте осторожность. И наши пути пересекутся. Отлично, очень рад. Обнаружено скопление сил безопасности АМС. Приготовьтесь, пилот. Давно не виделись, Бити. Не соглашусь. Через ваш шлем я вижу все ваши действия в реальном времени. Вы достойно сражались, пилот. С этого пульта можно перекрыть поток грязи в следующей камере. Помечаю цель. Вижу!
ребята, поиграли и будет, я спускаюсь. Включение системы фильтров насоса. Аварийное отключение. Цикл остановки насосов 20%. Не мешает работе моих систем наведения. Значит, мне самому все делать? Пока что, да. Лямбда 4 воздух, выпускай плечи. Лямбда 4 земля, спускай. Цикл остановки насосов 40%. Остановки насосов 80%. Цикл остановки насосов 90%. Пилот, включаем сонарный пульсовик.
Установлен визуальный контакт с пилотом. Начинаю огневую поддержку. Опасность рядом. Сонарный пульсовик включен. Сонарный пульсовик активирован. Пилот, бой выдался нелегкий. Вы хорошо держались, я отметил это в протоколе. Я обнаружил выход на этой стороне. Сюда. Включен режим пилотирования. Директива номер 2. Выполнять задание. Задание. Продолжить спецоперацию 217. Тебя не приглашал. Поэтому ты умрешь. Так-так, отлично. Еще один заблудший герой. Ты еще и с титаном РСП-класса «Авангард». Ого! Одобряю! Повеселимся, салага. Бегайте, оставляя под гейном термитных пуш. Они очень едкие. Ядро залпа ТВ. Отлично, пилот. Пилот, рация в шлеме Кейна все еще работает. Следует ее забрать. Расшифровка вражеских переговоров всегда играла важную роль в войнах. Это даст нам преимущество. Чтобы выжить, нам придется продолжить движение.